Здравствуйте. После установки программы Windows на компьютер необходимо приостановить работу ненужных служб, которые замедляют работу компьютера, а также необходимо проверить, насколько защищены наши файлы и другое программное обеспечение на проникновение шпионских вирусов в программную систему компьютера. Многие могут сказать, что этим пусть занимается программа антивирус. Оно-то так. Но и с нашей стороны, если есть такая возможность, то необходимо повысить безопасность внедрения в систему компьютера нежелательных гостей, которые хотят навредить нам. Для этого дополнительно я использую такую программу AusLogbookSpeed, запускаю ее и обращаюсь к советнику, который подскажет, что необходимо нам сделать, чтобы повысить безопасность системы компьютера. И вот видим, советник уже нам выдал информацию. С нашей стороны только необходимо одобрить или отвергнуть. Если мы сомневаемся в совете, что выдала нам программа, то лучше прочитать и разумно поступить, как мы считаем лучше. Смарт-карта у меня не подключена. Конечно, зачем она, эта служба нужна, если она будет занимать свободную память? Отключаю ее. Отключение службы отслеживания изменившей связи. Тоже отключаю. Они просто тоже занимаются свободное пространство памяти. Отключаю. Отключение службы удаленного доступа к реестру. Тоже отключаю. Отключение службы политики удаления смарт-карт. Тоже отключаю. Использование автоматических обновлений Windows. Тут каждый решает сам. Я отключаю. Кэширование страниц интернета. Отключить оно не нужно. Отключение автозапуска внешних устройств. Тоже не нужно. Отключаем. Отключить административные общие ресурсы, тоже отключаю, не нужно. И ускорение процесса выключения Windows. Ускорить. Все. Как видим, сколько много советов с помощью этой программы мы получили для улучшения работы компьютера и закрытия тех или иных внешних источников для лазейки шпионских программ. Все. Теперь закрываю эту программу и можно приступать к работе с интернетом. Ссылка на эту программу будет дана внизу. Кто желает получать известия о добавленных мною новых полезных видео, то не забудем подписаться на мой канал. До свидания.